Рядом со мной Александр Александрович Кривоносов, генеральный директор компании «Интербир». Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры. Разрешите, прежде всего, я поздравлю всех нас и вас с тем, что мы здесь, мы собрались, несмотря на все трудности, которые сейчас нас, собственно, преследуют на протяжении последних 2 лет. Но мы все присутствуем на этом празднике встречи торговли, где мы, собственно, имеем и возможность, и цель вновь встретиться друг с другом, посмотреть друг другу в глаза, поговорить о каких-то насущных вопросах и познакомить всех с нашей новой продукцией. Это очень приятно, и ощущать себя в центре этих событий, этого праздника, и я очень рад этому обстоятельству. Замечательно. Расскажите, наверное, немножечко о том, чем занимается ваша компания, что вы нам можете предложить сегодня. Компания «Интербир» – это поставщик пива и напитков, в том числе и безалкогольных напитков, энергетиков. Вот. Но основной профиль – это пиво. Мы поставляем пиво из европейских стран. В основном это страны Балтии, но в том числе и Германии, Чехии, Словакия и Польша. Наша компания уже достаточно известна. Поставки идут по территории всей России, начиная от Камчатки и Сахалина и заканчивая самыми западными регионами. Мне очень приятно, что круг клиентов у нас постоянно расширяется, нас все больше узнают, и мы видим, что тренд в последнее время смещается на потребление качественной и дорогой продукции, в том числе эмоциональной продукции, которая здесь у нас представлена. Это вкусовое пиво, вкусовые напитки, сидры и прочие напитки, которые радуют нашего потребителя и покупателя. Это очень приятно осознавать, свою полезность и нужность для наших клиентов. Спасибо большое за то, что дарите качество и дарите вкус. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что она подарит вам еще больше бизнес-контактов и, может быть, какое-то еще финальное слово всем игрокам рынка. Спасибо за добрые слова и также разрешите всем и пожелать удачи, успехов и больших продаж, и стабильных, и хороших покупателей. Прежде всего. Спасибо.